Здравствуйте! Мы находимся в ресторане «Теремок». Сегодня мы приготовим мясо пикантное. Для приготовления этого блюда нам надо мясо, соль, перец, горчица, майонез, орехи, сухари, твердые сыр и яйца. Для начала отбиваем мясо. Поперчили, посолили, берем столовую ложечку горчички, смазываем. Дальше добавляем еще одну ложечку майонез с зеленью, в серединочку добавляем орешки, 2 штучки. Заворачиваем трубочкой, типа рулетик. Вбиваем яйца. Сейчас опускаем яйца и потом в сухарях. В разогретое масло мы ложим мясо и обжариваем. Обжариваем до золотистого цвета. Теперь мясо вынимаем со сковородки. Посыпаем мясо сыром. Добавляем чуточку водички. Накрываем крышкой и ставим микровелю на 3 минуты. Сырочек наш расплавился, и блюдо наше готово. К пикантному мясу подается картофель фри по-домашнему. Приятного аппетита!